Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И сейчас, ребята, мы, наверное, себе уже сделаем шлем, зачаруем его и пойдем под воду, да, в океан, искать фосил со шлемом. Я так думаю, можно себе сделать шлем с алмазов, ну, как бы, чтобы был, да, что уж, алмазы. Есть у нас пока что нормально. Сделаем себе сразу алмазный шлем. Отлично. И давайте хотя бы посмотрим, на какой он уровень там сможет зачароваться. Аква... Так, вот походу вот это, да? Первый уровень. Первый уровень это не очень. По идее, да? Хотя я не знаю, есть ли разница. Например, если на первый уровень, где оно? Сколько оно у нас возьмет? 6 вот этого. Ну, давайте попробуем хотя бы, насколько оно там будет. Хотя бы попробуем немного за... Так, сначала кто там у нас? Эконс, тебя можно убить. Инфернейпу еще 2 уровня осталось. Поэтому сейчас нужно убивать боссов. Так, где ты? И иди-ка ты вот... Вот сюда. Отлично. Ладно. Ладно, по-другому. Ух, ни хрена себе. Ладно. И вот так. Отлично. Фух. Сейчас. Что я хотел? А что я хотел, ребята? А, точно, проверить. Что-то не кажется или так же? Aqua Affinity. Вроде... Или то, что первый уровень, или... Что-то я не то зачарил. Если... Да нет. То. Походу, вот то. Это... Нет, опять... под землей. Это смысла даже нету. Так же будем под землей. Нужно будет немного воздуха, да, поэтому фиг его знает. Давайте-ка мы поставим на второй уровень. Давайте поставим к нижней полке. У нас там есть немного книжек, да. Так. Сколько там... Сейчас. Я не помню, как это делается. Вроде вот так, да? 1, 2, 3, 4, 5. Пускай будет. 6, 7, 8, 9, 10. 10 книжных полок мы сделаем. Так. Давайте сделаем 10 книжных полок. Посмотрим, ребята, насколько там будет. Так, да, давайте в принципе вот так, да, и все. Аква. Да не первый уровень. А почему только первый уровень? Тут что, больше нифига нету? Ну тут и тут защита, да, защита от огня, защита от взрывов, прожектив, вот это я не знаю что. Это я ну так, сейчас секунду, ребят. Так, ребята, сейчас. Я посмотрел, но сейчас, кто там у нас, только Гулдин. Ладно, Гулдин, такого покемона у нас еще нет. Ребят, посмотрел я, мы там есть какие-то 2 зачарования. То есть вот это, что мы зачаровали, это называется зачарование по-русски подводник. Но есть еще другое зачарование, которое называется подводное дыхание. То есть нам нужно вот то подводное дыхание. Нафига тогда вообще подводники, подводное дыхание? В чем вообще разница? И вот это я, если честно, так посмотрел и немного не понял. Где ты, Гулдин? Вот. Твой...
твою Гулдин. Ладно, пускай Гулдин, но все же Шайни, но все же, ладно. Не думал я, что убьет его с одного удара, но сейчас будем знать, что вот в маленьких уровнях таких лучше не бить. Ладно, так. Значит, нам нужно зачарить. Это кто зато у нас? Кто? Так, нам нужно зачарить на подводное дыхание. А чё вообще тогда вот этот подводник дает? Я, если честно, вообще просто не понимаю. Подводное дыхание и подводник. Как-то хрен, ни хрена себе ты быстрый. Так, нормально. Ну что, давайте пойдемте зачарим на подводное дыхание. А подводник, ну просто, если так считать, подводник и подводное дыхание, это чё вообще? Да ладно, если вот так, то давайте зачарим. Это не то. Вот. 17 уровней, ладно, чарим. Вот сейчас. Сейчас, если ты там что-то... И если ты там что-то сейчас не будешь... Не будешь под водой находиться большое количество времени, то я уже не знаю даже. Давай-ка ты иди поплавай немного. Нет, вот сейчас нормально. Вот сейчас нормально. Так, сейчас мы уже сможем, ребята, плавать. Только сначала давайте-ка мы все вот это выложим в сундуки, чтобы, в принципе, не было вот так полностью. У нас уже все забито. Сколько тут покеболов? Так. Все. Сюда. В хлам. Нет. Да, в хлам. Вот это. Так и вот так. Сюда. Вот. Выкинул опять. В принципе, ребята, мы там сидели, да, и делали себе шлем, но потом мы уже пошли в море и выкинула. И сейчас, ну там был Шайни, это был вроде Экканс, он уже у нас есть. Ребята, я не знаю почему, но каждый раз, когда я захожу в воду, у меня почему-то выкидывает. И, короче, не могу я в воде быть, просто захожу, да, воду и выкидывать. Я не знаю почему, ребята, но то, что я там уже немного поплавал, вот. Я уже тут это немного поплавал. Кстати, нашел я тут чуть-чуть. Ну, как чуть-чуть? Пару островков, да, как у нас было в прошлом сезоне, где мы на них были и охотились, да. То, что не получится, наверное, пойти поискать фосилы в море, потому что выкидывает. Но, как я говорю, ребята, я сам поплавал, поискал, и искал, я не знаю, ну, нормально я так поискал, но что-то я нифига не нашел, поэтому я даже не знаю, есть ли там вообще фосилы, есть ли там фосилы, и чаще ли они там спавнятся, чем в шахтах. Я говорю, лично я там плавал, ну, очень много, ну, как много, ну, минут так 15-20, ну, может, 20 нет, ну, может, где-то 10. И нифига я не нашел. Так, это Magikarp. Нифига я не нашел, ребята, не нашел я ни одного фосила. Я там переплавал уже столько, что это капут, и не нашел я ни одного фосила. Может, я так плавал, что нифига не нашел, а может, его просто там действительно нету. Потому что, говорю, ребята, я пытался там пару раз пойти в море, но меня почему-то выкидывало. И каждый раз, когда там я шел, кончался воздух, я хотел поставить там факел или что-то сделать, почему-то выкидывало. И фиг его знает просто-напросто почему. Поэтому, ребята, в море мы не идем. Сделали мы себе зачарование, тогда не знаю зачем, но... Ну, в принципе, зачарование, да зачарование, пускай она будет, потом зачаруем себе ту же... Ух, нифига себе, сколько боссов. Зачаруем себе ту же кирку, да? А вот то, что этот шлем, я не знаю, может его потом продать или вернуть себе алмазы и уровень... Ну, хотя и пускай будет, пускай. Вдруг мы еще там будем в воду идти, например, тот же Шайни там будет. Или, например, нам нужно будет кого-то словить или еще что-то, например. А воздуха не будет хватать, да? Поэтому, в принципе, пускай пока что будет, да? Ну то, что я говорю, ребята, не получилось, потому что, я говорю, ребята, каждый раз, когда я заходил в воду, меня почему-то выкидывало. И хрен пойми почему.
Поэтому я поплавал так, поискал, и если честно, то нифига не нашел. Поэтому мы не будем идти. Наверное, будем искать по-старому. Это пойдем в шахту, да, и все. Я так думаю, давайте сейчас, в принципе, пойдем. Раз не получилось нам, ну, не пошли мы в море в поисках. В поисках этого, как его там? В поисках фосила, значит, пойдем в шахту, поищем там фосил. Вдруг что-то найдем. Давайте тогда пойдем в шахту куда-то не возле дома, потому что вдруг мы тут уже были и шахты уже проверены. Давайте пойдемте сюда. Минус 1150. Сейчас, сколько там было? Так, давайте так, минус 1100 пускай будет, 75, и там сколько было? 200. Пускай так будет, да и все. Фу, ну что, ребята, пойдемте в шахту. Это сейчас просто так поищем, да, вдруг что-то найдем, немного уголька себе тоже выкопаем, чтобы... Мы же в шахту, можно сказать, не каждую серию ходим, да, то есть, если накопаем так нормальное количество ресурсов, то, в принципе, хватит. Например, вот этот уголь, который мы уже сейчас выкапываем, уже хватит так, на нормально, поэтому... Поэтому, ребята, долго мы там сидеть не будем. Кто там у нас? Гулдин? Ладно, не будем мы туда идти. Давайте мы пойдем просто-напросто в шахту, как я говорил, да и все. Ненадолго. В принципе, эта серия, да, можно сказать, в этой серии мы просто-напросто, ребята, пойдем в шахту. Потому что нужно. И не то, что нужно, а просто, можно сказать, поищем. И фосил поищем, и то, что нам действительно нужно. Хотя бы в шахту. Что-то я тут нифига не вижу никаких входов, выходов. Пойдемте вот так, да и все. Вдруг найдем какую-то шахту. Главное в лаву не упасть. Так. А вот сейчас как назло не будет. Ни шахты, нифига не будет. Это капут. Нет, нету. Хотя нет, я там слышу где-то Диглита, но это... Фиг его знает где. Где-то я слышу, но не знаю в какой стороне. Где-то вот там. Но если мы вот так будем копаться, то это будет действительно долго. Ладно. Куда-то в другое место. Вот тут. Хотя нет, тут нет. Тут, хотя фиг его знает, куда тут можно пойти, если честно. Минус 1000, минус 400. ТП минус 1000, 1075, минус 400. Фух, тут есть что-то, куда можно пойти. Вот, есть какой-то вход, нормально. Так, давайте выключим шейдеры. То, если тут входа не будет, это вообще сдуреть. Охренеть просто. Вы что, прикалываетесь, что ли? Дайте мне вход в какую-то нормальную шахту. Нет, вообще нифига нету, да? Сейчас кучу мы будем вот так ямрыть, не найдем ни одну шахту. А когда не нужно, то боссы спанятся только в шахтах. Но возле дома, возле нашего дома, да, есть там какие-то шахты, но если это возле нашего дома, то мне кажется, что мы там уже были. Поэтому я не знаю, давайте, фиг его знает. 1700 минус 800. 1700, 800. Давайте вот опять куда-то не туда. Ты пехнулся. Минус 1500. Сейчас опять, нет, не выкинет. 1775 минус 800. Вот, нормально. Нормально. Ух, как без шейдеров как-то. Не знаю. То ли. Фиг его знает. Ладно, давайте быстренько попробуем прокопаться, да и все. Я говорю, сейчас просто не будет этих шахт. Мы будем рыться, и фиг найдем даже одну какую-то маленькую шахту. А как, да когда не нужно, их полно. Вот, фосил уже есть, но шахты нету.
Да вы что, прикалываете, что ли? Я слышу, гигли ты там где-то. Где-то вот там. О, золото. Золото пригодится, ребята. Ну где Диглет? Где-то вот тут рядом. Диглет, я же тебя слышу. Или в той стороне. Или под нами. Или где-то еще выше. Вот, наконец-то. Какая-то до шахта там есть. Только не говорите, что тут толком нифига не будет. О, золото, это уже нормально. То есть, ну, на два Раркенди мы у нас уже есть сейчас, можно сказать. 18... Сколько там? 11 штук, нормально. Это повыкидывать. Хотя и так подняли, ну ладно. Железо мы не будем собирать. И все, эта шахта такая большая. Или там еще что-то есть. Алмазики, нифига себе. Ну, конечно, ух, куда мы там упали? Конечно, много алмазов, один алмаз, но все же хотя бы один нашли. И все, это такая шахта. Ну, я слышу, там еще есть. Где-то под нами. Фиг его знает, ребята, я что-то как-то вообще... Шахта какая-то. Можно было и получше. Столько, сколько мы пытались найти шахту, можно было дать какую-то шахту получше. Да что ты там как-то вылез? Да ты что, прикалываешься, что ли? Да капут. Вот там лава. Ну ладно. Да дай выбраться отсюда. Ну чё ты это? Чё ты? Дайте нам пойти в шахту нормально. Да капут. Во, вот нужно было сразу так сделать. Давайте в эту сторону. Может, тут будет что-то побольше, получше. Нет, ты нам не нужен. Это кто? Soul Rock там. Да ты, что ты такой жирный-то? А, он в бою. Я пройти не могу, да вы что, прикалываете, что ли? Хотя нет, ни секунду, там у нас Шайни. Шайни Магмар, нифига себе. Ну давайте пойдемте еще туда. То, что лагает, начало лагать. Я бы, конечно, еще посидел тут в шахте, но то, что Шайни Магмар, это сколько там? 1660 минус 879. Сейчас нужно 1660-75 минус 879. Сейчас нужно нормально так, потому что если мы куда-то тпкнемся и Шайни Магмар пропадет, это будет не лучше. Так, вот сейчас главное его не убить и словить. Я не знаю, будем ли мы использовать на него ультра мастербол. Я не знаю, ребята, то, что у нас просто 7 ультраболов осталось. Ух, ну словись ты, чтобы на тебя не использовать мастербол. Пожалуйста, 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 словись. Отлично, ребята. Так, 10% у нас... Нет, не будем мы туда. 10% покедекс или что там? Чё-то я как-то даже не знаю, ребята. В шахту мы не идем, потому что... Фиг его знает. Чё-то как-то уже... Ну там мы были, да, это мы... Нет! Мы были вот там. А это... Да ну нафиг, еще одна или что это? Сейчас мы посмотрим, ребята. Или мы тут сейчас. Дайте. Да что ты так... Ладно. Пускай уже... Давайте добежим сюда. Вот сюда, да, и в принципе... Попытаемся. Может, мы тут уже были, может, нет. Нужно потом действительно, нужно будет потом нормально в шахту пойти в какую-то нормальную шахту найти, где она большая, а не такое, что там нифига нету.
пойти туда и посидеть там, и поискать фосил, и в принципе, ребята, я не знаю, поискать фосил, и поискать, может, еще что-то. Где тут вход? А, значит, мы тут... Тут мы уже были. А где там я еще видел? Вот тут мы тоже тогда были, да? Минус... 1400 минус... 1400... Да мы там были 100%. Сейчас. Вот тут. Да, мы тут были и тут были. Да. Так, ну что... Идемте домой, ребята. И в шахте мы не побывали, и в море не пошли поискать покемонов, потому что выкидывает. И, в принципе, ладно. Ну зато что они Магмара нашли. Отлично. Это уже нормально, ребята. Фух. Я так думаю, давайте уже на этом закончим, ребята. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи. И всем... Хотя... И всем пока.